Слушай, а кроме того, что вы своих грязных, вонючих денег приносили в дом, что еще вы делали для своих... Почему же грязные, вонючие, Ларис? Это что, деньги – это злой гад. Они кровно заработанные. Мы их почему так тратим? Потому что нам противно их иметь дома и в руках. Мы прямо от них вот... Ты не могла бы со следующей зарплаты эту гадость мне отдать? И мне тоже. А я в натуральном готова, в виде подарка. Хорошо. Что-то еще делали на встрече своей барышни? Ну, да много чего делали. А то пришел мужик, так получку на стол бросил и в горы. А вот, кстати, вы говорите, вы каменная стена. Это как? Это так, что как бы я самодостаточный. Надежный. Я надежный человек, это правда. Ребят, я о хорошем. У меня прекрасная новость, Леш. Вы порвали ногу или сломали? Да, что у вас? Да, у меня порваны связки. И у это меня, хорошо, знаете у меня почему? Трещина. Вы пришли на проект. И буквально перед проектом что-то себе там порвали или сломали. Потому что нет гениальнее приметы, чем на премьере, на сцене себе что-то сломать, порвать. А если ты еще разбился и у тебя кровь, это все. Это значит, такая будет проха и проект обречен на успех. Да ты что, это упасть, такая примета? Да что ты, на премьере особенно упасть, сломать, порвать. А я вот я хочу тебе сказать, плохая примета только если на сцене умираешь, потому что их тут же ищут замену. А все остальное это круто. Мне даже синяка добавим тебе. Давайте. Нет, на самом деле я предполагаю, что старая театральная примета в нашем случае работает. Потому что в течение года, года с небольшим, вы точно встретите очень серьезную свою любовь. А сегодня? Ну, я говорю, что в течение ближайшего года уже можем считать, что уже процесс пошел. Учись завидовать молча. Причем здесь зависть? Да даже если бы она пришла в водолазке или в глухом платье в черном в пол, это было бы еще более эротично, правда? Давайте посмотрим на сюрприз. Порадовала, дорогая, проходите со своей подружкой в комнату. Обалдеть! Смотри, а Танюха Юрцу ты не давал, он мне смотри, все время что-то ему... Он туда, на ему с каким-то вопросом. Картошку купил? Я спрашиваю, картошку купил? Он на сцену, А знаешь что, если бы Сережа сидел, я бы ему просто обеими руками бы закрывала. Глупый же. Ну просто. Красавица. Ну да. Красавица. Да? Красавица. Зу, а как сейчас сводится, нет челюсти? Сказала, красавица. А обратно собрать не может. Вот. Юрась, ну как? Ну, я могу сказать, что моя жена лучше. Это 100%. Ты мой тоже бы так же сказал. Естественно. Естественно, это правда. Мне есть чем сравнить. Это вы же хотите прожить этот вечер до конца? Есть чем сравнить, я вижу. Ребят, ну, конечно, она с детства, представляете, в каком режиме жила? Представляете, количество запретов, внутренних ограничений, и она им следовала из года в год, изо дня в день, даже адовый, каторжный труд, она его выбрала, чтобы стать тем, кем она стала в 21 год. Представляешь? Ну, да. Ну, конечно, ей сегодня посвятить себя, то есть в один день все бросить, ради чего? Ну, ради чего? Скажите на милость. Я, конечно, не буду вам ее рекомендовать. Зачем же ставить крест на себя? Пусть она еще лет 5. Мужчина должен уметь зарабатывать. И мне не нужен мужчина 20 лет, а мужчина в 30 лет уже вполне его может осилить. Его годам-то должен уже, да, что-то. Осилить ипотеку. А вот в анкете вы написали, что вы хотите богатого мужа. То есть вы прямо так нести, ну, говорите, да, я хочу быть содержанкой, правильно понимаю? Я не говорю, что я хочу быть содержанкой. Не, ну богатого мужа хотите. Я хочу, чтобы он был обеспечен. А ты не хочешь? Хочу. Не, так у меня самого сколько. Мы же все этого хотим. А как оно уже будет, ну, хотеть не вредно. Нет, а у нас вот Алексей на богатого-то не тянет.
Ну, прям вот на богатого-богатого, как ваш дурак. Уже и не Аполлон. И на богатого не тянет. Ну, я с точки зрения... Профессиональная сваха, которая должна сегодня Алёху женить. А мне кажется, что она его присмотрела для себя или для каких-то иных целей. Не надо, девочки, на меня грязь выливать, не надо. Я хочу уберечь просто-напросто Алексея. У турка-то у нашего-то был и дом тебе, пожалуйста, и бассейн. У нас же нет дома бассейна, правильно? А уехала от него, с чем приехала, можно отдувно купить бассейн, тоже смелые, Погодь, Мила, чё? Поподробнее. Бассейн есть, и дом есть, все есть. Правда? А он одноэтажный, двухэтажный? Дом? Да. Двухэтажный. А одноэтажный, между прочим, дороже. У меня два. А сад, огород? Все. С этого момента вы Аполлон и Геракл. Отлично. Я так скромненько. У меня два. А вы еще и болтушка к тому же. Ну, я люблю поговорить. А сколько вот на телефоне висите? Ой, на телефоне я сколько не... Сколько денег, я, да, смотря? По телефону я не люблю разговаривать. Мне приятнее... И, соответственно, с моментом каким-то определенным мы и познакомились. Угу. И вы ее к себе привели. А семья у вас религиозная. Она поставила там всякие куриные лапки, ну, красивые хвостики. Нет, тут вы абсолютно не правы. Суть в следующем. То есть, как бы она изначально приехала в Москву, и она в Москве снимала квартиру. А откуда она приехала? В Челябинском. Ну, тогда только экстрасенсом можно выжить в Москве. Гадаю, снимаю порчу, приворот. Ну, бездельницы необразованные. Поэтому... Это ж не проверишь никогда. Ну, на самом деле, через 40 лет, Роза, замуж выйдешь. Сереж, а чей это она вас на 20 килограмм поправилась? Как бы в три горла есть. Челябинска приехала, дорогая. Чей не должны у нее быть? Не знаю, двигалась хорошо, вообще сложена должна быть, какая-нибудь гибкая. Ну, можно, чтобы было там сходить, к примеру, на велосипеде покататься, на роликах, к примеру. Можно сходить в бассейн, можно будет сходить. А я вот знаю, что для вас важно, чтобы девушка хорошо танцевала. Это тоже так же, да, это немаловажно. А вот для чего это нужно? Отгадай. Чтобы бревном ночью в постели не лежало, все мужчины смотрят, хорошо двигаете, значит, деток будет правильно делать. Правда? Ну, конечно. Вообще-то, честно говоря, кстати, хорошая тема. В старину специально обучали вот различным танцам, чтобы показала себя. Вот и я сейчас вот этот вот инстинкт продолжения рода буду тестировать и выбирать по этому качеству. Звонила и говорит, мой, это не у тебя? Да. Я говорю, зачем он мне нужен? А где он тогда? Я не знаю. Вот. И тут я подумала о том, что... Наверное, есть кто-то третий. Конечно, если он привык к такой модели отношений. Есть женщина днем, и другая должна быть, он же он привык-то. Да, и он нашел альтернативу, похоже, моей кандидатуре в виде другой девушки, которая начала вместе с ним тоже проводить ночью. Тоже ночью встречать. Да, тоже ночью встречать. И после этого все мысли о том, что у меня может быть что-то общее с этим человеком, мгновенно улетучились. Я думаю, никогда... что он оборотень. Я думаю, он днем-то мог еще свое лицо вот как-то с горем пополам держать. А ночью, я думаю, он превращался в Бэтмена и сам собой не владел, и улетал куда-то. Или в волка, например. Я думаю, что правда мы не узнаем об этой ситуации никогда. Ну, бог с ним. Ну, непонятно получается как-то, да. Ну, приходили периодически-то. Я родом из Старого Оскола, но живу сейчас в Белгороде. Ребят, так вы что, соседи, что ли? Ну, Старый Оскол 25 километров. Не нужно разнообразие, нужно, чтобы разные женские типы были. А в частности, Дмитрию нужно, чтобы женщина была достаточно изменчивой, чтобы она действительно увлекалась, чтобы она сама менялась в процессе. Эти изменения нужны ему как воздух для горения огню. И если этого кислорода нет, если женщина не подбрасывает этих изменений, мужчина начинает чахнуть. Поначалу, когда все изучил... улыбается довольно. А потом, девчонки, какие не мешают сидеть? Мы так глубоко. Так, может, вообще там чего не было? То он посоревновались с другом, выиграл и все. А потом она же живой человек, с которой Дмитрий был в течение года. А что делать мужчине, которому хочется разных женщин? Да. Он же не женился, не родил детей. До скольки лет вам будет хотеться разных женщин? Если вы пришли на программу «Давай поженимся», значит, вы уже... Созрели или еще нет? Да, я считаю, что я созрел, и как бы мне не хочется много разных, мне нужна одна. Вы хотите гордиться своей женой? Вот для вас важно? Я всегда горжусь своими женщинами.
своими бывшими девушками, своей женой, естественно, я должен гордиться, Вот мой муж должен, и у него глаз затухает, когда он перестает гордиться. Вот я даже иногда иду на хитрость, вот похвалю Георгия или Лёльку, а то они что-то сделают. Он прямо спину так вынет, типа, мои, молодцы. Ему лучше не жаловаться, потому что он впадает в ступор, он не знает дальше, что делать. Вот они, это только мамы любят, любых. Ему обязательно важно вот так ходить с Гоголем, что это вот моя Лариска. Да. Но для Дмитрия важнее немножко другое. Вас? Немножко другое. Для меня, конечно, важна моя девушка, моя женщина, потому что это мой выбор, это фактически мой второй мир. Общение. Для вас важно общение. Для вас важно, чтобы женщина не была одна обратно, чтобы она развлекала, чтобы она была сама по себе источником чего-то интересного и новизны, чтобы вы не искали этого в окружающем мире. Тут же все так очевидно. Венера и Луна в воздушных знаках. А если будет не додавать, найдет где-то на стороне? Ну, может. Я совершенно не одобряю этого, но я могу сказать, что у Дмитрия гороскоп, скажем, не из тех мужчин, кто лебединой верой. Но я надеюсь, что он на собой работает. Подожди, а я правильно поняла? Значит, все-таки в приоритете у нашего жениха интеллект, чтобы там энциклопедически, ну, общение, где-то как-то знание. Общение. А вот сексуальная как бы активность, это что? А это интеллекту не помеха. Для вас что все-таки в приоритете? Если она немножко холодновата в постели будет, но зато прям умная. Да, мужчины любят холодноватых в постели, но умных. Импотенты называются. Зато цитируют, тайна Монда Шанта, да. Есть такие, которые говорят, Дмитрий, какие котлеты, почитайте лучше. Но Дмитрию важно, чтобы не было скучно. Боже мой, какая красота, мой любимый цвет. Вот хорошая заявка. Спасибо, вот, Владимир, я вас рекомендую нашей невесте, до свидания. С кем вы? Я с друзьями, Роман, Александр. Я хочу приходить домой, чтобы была чистота и порядок. Вот это от жены требуется. Остальное, то есть, готовить Дом у нас какой? Дом будет хороший. В смысле? Дом хороший будет. Будет? Конечно. А сейчас что есть? Сейчас квартира есть. Квартира? Сносная. Неплохо. В конечно. Центре Москвы. У мужчины приданное какое самое главное? Как вы думаете? Мужчина приданное. Мужчина приданное в голове. Это самое основное. Если у него в голове нету, то. Ребенок выходит на работу, а я занимаюсь ребенком. И она тут поймала звезду. Да, и она попала совершенно в другую среду. Служащие, клерки в красивых пиджачках, в узеньких брючках. Да. Барышни на последние деньги одеты во все самое модное. Да, совершенно верно. Видимо, корпоративы. Да, корпоративы. Да. Приходит, а там дома муж с ребенком. Да ладно, такая скучная эта банковская реальность. Ну, послушай, это для тебя скучно, а вот для жены Игоря это оказалось проверочкой на вшивость, она ее не прошла. Ну да, она как бы просто, может, не видела этого ничего, это она попала сразу, когда хоп. Смотри, оправдывает. Да. Ну, ясно. И какие стали претензии сразу к вам? Хочется шикарной жизни, а вы... Ну, нет, на самом деле никаких претензий не было, просто... Решили расстаться и все. А изменил, так не бывает. Послушайте. Да, видимо, да, она это самая. Ну, я почувствовал это. Я на самом деле взял телефон случайно, прочитал смс-сообщение, и там было как бы не один мужчина был, а было несколько мужчин. Опа. Она его такая любвеобильная была, да? Бросила его для. У нее, наверное, открылись перспективы много. Это были явно не сотрудники, это были клиенты. Вот, целую банка. В десна твой Костян, да? Ну, типа того, да. Да, обидно, конечно, Игорь, обидно, вот так. Да, мне очень было больно, очень больно. А может, стоило простить? Простить такого нельзя. Да. Был бы хотя бы один там, да, как-то можно еще было перебить, там, ну, я не знаю, там, как. Ну... Да ладно. Понятно. Не знаю, то есть пошла в... А вот вы в Испании жили, да? Да, я уезжал в Испанию. Ну, хотел посмотреть. И вы там, а сколько там жили-то? Ну, где-то около года. Там, немного, да. А домик там прикупили? Нет. Бабушки, а на той бабушке? Бабушки всегда стремятся, чтобы их внукам было хорошо. Безусловно, их можно понять. Но дело в том, что не у всех одинаковые методы. Некоторые давят авторитетом. Вот расскажите, била? Не припомню. То есть, но рука у бабушки была тяжелая. Ну, сказать так, Виталий, не сутулься, фигак, какой-нибудь линейкой там по спине. Нет, такого не было. Бабушка была в этом смысле. А не залетала к вам утром там в комнату, в спальню со словами «А ну-ка, руки поверх одеяла!» Нет?
настолько плохо все не было. Но эпизоды такие случались, как вы говорите. Комната у нас не закрывалась. Не закрывалась? Нет. А бабушка так, нет, ой, сон плохой, детки, увидел, можно я с вами только полежу? Страшно мне. Итак, то к одному прижался, то к другому. Нет, так далеко все не заходило. Но смотрели мы... Было похоже. Был определенный распорядок. Я, как сейчас помню, очень много серий «Санта-Барбары». Мы их смотрели каждый вечер, это был ритуал. Вот, поэтому я даже полюбил некоторых героев. А вы были обязаны смотреть? Дело в том, что телевизор стоял в нашей комнате, вот в чем дело. А перенести телевизор на кухню? Бабушке не будет так интересно смотреть в одиночку. Ой, какой ад! Ужас ужасный. Кошмары. И потом эти протертые морковные котлетки, потому что это полезно. Бабушке, а вам хочется мяса, нет? Ну, было и такое. Мясо тогда, я помню, несколько было меньше в моем рационе. Да, это правда. Ну, хорошо. Допустим, жена в институте. Вы пришли так с бутылкой водки и сказали, садись-ка ты, бабуль, и поговори с ней, сказать, бабуль, разрушаешь наши отношения. Все хорошо, уважаем, но вот сериалы смотри одна, морковную котлетку вставь себе в ротик свой, жуй ее в одиночестве. Поговорить, да, родной. Поговорить, да, но говорить тогда мы могли только между собой, а с бабушкой я так близости такой не ощущал. Ой, ну понятно, были не вот со своей эта зависимость бабушкой. Еще территориальная, да? Безусловно. А студенты? Потом она, небось, и пензию студенты? Тоже на вас подтрачивала? Ну, наверное, да, наверное, все немножко понятно. Было. На сколько хватило, Виталь? На 2 года. Конечно, она забеременеть не могла за эти 2 года. Потому что вроде только начинает беременеть, а тут бабуля с шваброй. Сейчас я уже как бы ретроспективно это прекрасно все понимаю. Но да, я стал в неволе мудрее. Кто размножается-то? Я стал мудрее. Раньше, конечно, я по молодости я этого не понимал. А там дверь не закрывается. Она только начинает беременеть, а там дверь, конечно, не закрывается. Хорошо, ну хотя бы раз взбрыкнули за эти 2 года? Да, я взбрыкивал несколько раз. С какой вы семьи осталось узнать? Семья у меня хорошая. Правда, когда мне было 9 лет, родители развелись. Отец у меня умер 10 лет назад, но мама жила у меня с другим мужчиной тоже очень долго, и он тоже умер. И в итоге она себя называет черной вдовой. Хорошая семья. А вообще, да, хорошая семья. Ну, послушайте, ну, жизнь непредсказуема, всякое может случиться. С семьей, видишь, проблемы какие. Вот это ему не понравится, скорее всего. Но всякое бывает в жизни, с другой стороны, это не ее вина. Если один муж за другим умирают, да, действительно, женщине есть над чем задуматься. Но не над тем, что она как-то энергетически на них влияет, а скорее, что она выбирает мужчин, склонных к риску больше или к определенному образу жизни, если вот они толкают. В фильме есть одна монтажница. Ее зовут Алка Катафалка. У нее, клянусь, у нее было 5 мужей, все умирали. И все прямо, как знаешь, как кролики. Но это к нашей невесте это не относится. Нет, конечно. Да? О чем вы говорите? Давайте. Это я к тому, что вот Алка Катафалка действительно черная. Вот это такой действительно вдова, гороскоп, да, сложный. А у вас приличная семья. Да, никто ни в чем не виноват. И мой муж еще не умер. Слава еще Богу. Не умер. Смотрите, у вас был мужчина. Считаю вашего... А вот кем вы видите Марию в своем хозяйстве? Просто любимой женой, мамой ваших деток или припашете, честно? Ну, наверное... Припашу. Мамой деток. Мамой... Да. То есть скажете ей, вот цветы хочешь в свое удовольствие, да? Мы вот вообще не выключаем, представляете? Она у нас льется и льется. Вы как к этому? А у меня ужас. Своя скважина, то есть там лей сколько хочешь этой воды. А если свет не будет выключать? А свет я ворую. На самом деле у меня и газ бесплатный. Все экономить надо. А то вот я за колбасой-то, а вот... Еще и газ бесплатный, то есть вы в магистраль врезались. Да. Устраивает? Более чем. А он вам лошадок купил. А вот папочка имеет возможность, прямо не отходя от стола, задать вопросы потенциальному зятьку. Честно скажу, жених меня не устраивает. Почему? Как это? Так ну, сложно. Ну, я не просто... Там их просто правда прилично, больше 5 или 6. Я не могу так сразу. Я могу вам сейчас, если секунду... Послушайте, мы жили в Ховрино в 2-комнатной квартире, 5 человек. И вдруг я слышу, как Георгий Машке, внучке Светланы Тома, рассказывает. Говорит, а у нас 5-комнатная квартира. Я так слушаю, а потом я говорю... Георгиевич, а как это вдруг она садка? Он говорит, смотри, мам, моя спальня, бабулина,
прихожая, кухня, ванная и туалет. Мам, вообще шесть. Я говорю, правильно, сынок. Он все посчитал. Будешь купаться в роскоши, да? Поэтому посчитался. Владимир, вы просто не поняли. Ваша жена была красная шапочка. Она пошла к больной бабушке в лес, а попала в лапы к волку. А вы ее выгнали. За что? Так и получилось. Он над ней надругался с особым цинизмом. А вы... Вместо того, чтобы пожалеть. К сожалению, вот видите, как... Не первый раз, видать, она ходок еще тот была, ну, по волкам. К сожалению, да, был уже не первый раз, поэтому... Вот рассказывайте. Однажды она просыпается грустно и говорит, Вован, не надо к бабушке, умирает. Вы говорите, конечно, в кос, дорогая. И она уезжает. Ну, вы знаете, она не мне это сказала, она сказала моей маме. С той целью, чтобы... оставить ребенка на это время моей маме и сочинила вот такую историю. Ну так когда вы ей допрос с пристрастием, где была, она созналась? Нет, она не созналась, конечно. До конца? Нет. Может, она созналась не уже потом, когда мы развелись. Но ведь измена и до этого была, которую вы простили? Измена была, да, но просто, так скажем, я счел нужным тогда ей простить. Она думает... Разок не считается. Изменил один раз, простил. Ну и для верности надо закрепить вот это прощение. Немножко здесь, что называется, мой, так скажем, косяк, потому что нельзя прощать такие вещи, надо было сразу... А первый раз как узнали? В интернете наткнулся на переписку. Ну, это там... глупая баба, это честное слово прямо. Хотят со всем миром что-то поделиться. Я с вами согласен, но есть одно но. Никогда ни в коем случае нельзя врать. Вот для меня вранье... Да, конечно, вам нужно изменять и честно каяться. Надо было прийти и сказать... Так только я умею. Надо было прийти и сказать, что ты... И сказать, прости. Нет, ты не устраиваешь меня в этом, и в этом. Вам сказать, мне не нравится твой запах, мне не нравится, что ты храпишь, и, в общем-то, честно, я имитирую оргазм последние 24 года. Зачем тогда жить с мужчиной и давать ему аванс? Ради ребенка. Нет, вы так кардинально прям вообще... А вот, как тогда сказать? Ну, мне кажется, надо разговаривать, надо прежде всего... Она никогда не никто в браке, по большому счету, правды слышать не хочет. Да. Потому что если вам сказать, что у тебя пузо, ты лысый, и, в общем-то, хорошо бы тебе хотя бы раз в год делать педикюр, то еще навряд ли вам это понравится, так что не надо. Как сложилось, не разочаровывайте меня, пожалуйста. А вот для себя мужчина с очень высоким доходом, от какой суммы? Просто мне интересно, чисто мне интересно. Ну, в силу того, что я их обслуживаю с точки зрения в поиска второй половины, от 5 миллионов. В какой промежуток времени? В месяц. В месяц? Есть такие зарплаты? Да. Нет, это не зарплаты, это доход. Ты да про доходы спросила? Есть такие доходы? Есть. Смотри, как тебя это задело. Со слезами есть. Я бы лет 30 бы сбросила бы. Да, ладно. Почему нужно было прямо вот на первом, вот на женихе портить настроение? Впереди целая программа. Хорошо, Владимир, нужна вам такая же, как бывшая, только чтобы не изменяла. Да мне нужна просто честная, нормальная, понимаете? То есть пусть изменяет, главное, вранье, чтобы правду говорил. Нет, вранье... Стойте, стойте, стойте. Где-то я уже слышала про раз в месяц скандалы. На самом деле, да, есть такая история, что раз в месяц мне хочется, чтобы человек понимал, чтобы он понимал настолько, чтобы... Чтобы он понимал вашу значимость в ее жизни. Сейчас я тебе дам значимость. Сейчас узнаешь. Но гораздо больше мужчины любят и уважают, когда вы тоже про себя все понимаете. И это называется интеллигентность. Да. Когда вы идете в аптеку, вот просто с Катей из первой комнаты задружитесь, и она вам просто выписывает таблеточки, и вы их принимаете раз в месяц. И все будет хорошо. Чего так распускать-то? Я ну хорошо. Роза, извини, что я у тебя хлеб ворую. Вот ты веришь, что Ирочка в 9 лет заработала свой первый миллион? И пирожка? Да. А может быть, они с черной икрой были? Я подумала. Ну да. Тогда я Пенелопа Круз. У меня есть доказательства. И, в общем-то, если вы знаете, что я помню, что в 90-е были... годы, вот в чем дело. Да, помните, когда конечно, девальвация? Конечно, помню. Ай, какая хитрушка! Миллионы! Тогда же деньги были другие. А, вот она в чем суть. Да видишь, Катя, ну, конечно. Хорошо, вот теперь только дайте клятву. Если у вас с Владимиром все сложится,
Вы не вспомните детство, когда вы торговали пирожками, и не уйдете в лес к бабушке с пирожком и горшочком масла, потому что очень вы похожи на красную шапочку. Нет? А мне так и говорили. Она сама очень похожа на актрису. Мне кажется, она пришла играть. Вы в своих бывших отношениях считаете себя виновной, да, что они разрушились, потому что устраивали скандалы, истерики? Вот про самые громкие свои скандалы. Человек это, конечно, переносил с трудом мои истерики, но, в общем-то, он приспособился, потому что человек очень такой умный, добрый, он ну, крайне мог порядочный. Понять. Порядочный, безусловно, это самое основное. Но я не считаю себя виноватой. Я тоже делала все, что могла. Я пыталась удержать. Ну, дорогой фотоаппарат выбросила в окно. Ну, что здесь такого страшного-то? Это еще самая малость. Вы даже эту историю вспомнили. Конечно. Да? А чей фотоаппарат-то был? Его, конечно. Его можно. А истерики такие возникают-то? Интересно. Что не понравилось? Что является предпосылками к этому? Ну, я, в общем-то, человек спокойный. Но... А что вас может вывести? Человек по страхованию жизни и здоровья напрягся. Вылетающий из окон фотоаппарат – это молодец. Да. Да. Объясняет. Ну, на самом деле, если хотите правды, я расслабляюсь очень сильно, когда могу... Бутылку другую так. Да, расслабилась. 50 грамм вина, 50 грамм вина, и, в общем-то, и я фотоаппарат форточку. Выпускаю, да. Хорошо пар. Форточку, а не в лицо. Хорошо форточку. Почему раз на раз не приходится? Придется лицо страховать тогда. Если не увернешься вовремя, то как знать? Да, Ирин? Потому что руки-то вы тоже распускали. На самом деле я очень переживаю, если я становлюсь какой-то вспыльчивой, агрессивной. Ну, это редко бывает достаточно. Но я потом переживаю. Я спокойно потом прошу прощения, причем не проходит и 5 минут. Так, поэтому а не считайте, что я монстр. Себя? Вы расскажите, что вас вывело из себя, когда фотоаппарат улетел. Мы обсуждали отношения, которые были в наших... когда мы... Ну, до... Встречи друг с другом. До встречи друг с другом, да. И меня это очень сильно задевало, потому что я не люблю, когда человек, не зная другого глубоко, да, даже если он мне близкий человек, 8-8 но он его пытается как-то ущемить, потому что этот мужчина... Нелестно был... говорил о вашем бывшем. Да, самый главный, вот все-таки последний мой мужчина, но когда он, в общем-то, высказывается некрасиво, я... А он должен был как сказать? Он был прекрасный. О, этот юноша, с которым... А я еще заставляю звонить при мне по громкой, и чтобы он говорил... Понимаете, поэтому... Зачем вы эти любовь и ревность? Зачем вы вообще обсуждали бывшего в своих отношениях с настоящим мужчиной? Какая-то тирания, просто ужасно по отношению к мужчине. Зачем? Знаете, она вообще 8 лет, живя с ним, считала себя свободной. В принципе, я считала себя свободной. А чего? Он женат, у него жена есть. Ой. Как говорят в Бибере, вы весь на очках, на часах. Но это работа. Конечно. Образ, стиль. Да, знаю. Теперь, наконец-то, я это могу сам добиться. Откуда вы приехали? Одесса. Мама Одесса, конечно. О, слышу. Что дорого стоит? Прилично. Или где-то на Малой Арнаутке прикупил? Ну зачем же вот так? А да? Чего такое? Что вот это все настоящее? Все настоящее. Что ты можете потрогать. Я могу потрогать. Как вы настоящие. Да. Счастье мое. Кем работал, когда познакомился со своей девушкой? Студент. Бедный студент. Где учился? Мечникова институт. На биолога. Ботаника. Ботаник. Вот так мамка сначала ростила в Одессе на синеньких, чтобы стал ботаником, а он композитор. Получить образование. Сейчас доступно очень много литературы онлайн. При желании открыл учебник и все почитал. А что делать, Лена? Покупать будем или чего? Ну почему? Надо участвовать. А если я люблю Левитана, и у меня нет ни одного полотна, и никогда не будет, и что? Но зато мы с тобой ходим в музей. Да. Нам задают ужасные вопросы, где Роза? Почему-то. Почему-то, да. Нет, девочки, в музее это из не мое. А, здорово. Я не сразу это поняла, потому что человек за мной очень красиво ухаживал. Я до этого никогда, то есть мне кроме родителей никаких подарков никто не делал. Сколько лет вам было? Мне уже было 20 лет, а он мне начал сразу, то есть буквально прошла там 2 недели, меня это даже пугало. Он мне говорит, да, у меня есть вторая машина, возьми.
ты же только вот недавно, да, начала ездить, возьми, у тебя, у меня лучше. Я говорю, да нет, ключи, у меня есть своя. От квартиры. От квартиры, ну, это но это не подарки, я... это попользуйся. Нет, называется. И давал, то есть, так, я, например, мы могли сидеть в кафе, и я могла просто сказать, что я там увидела там где-то какую-то там вещь, да, ой, поехали, сразу ее купим. Вообще, говорю, так зачем я говорили я... ему, что вы увидели? Рассказывала. То есть я никогда, я, ну, у меня есть средства на то, чтобы купить эту вещь. Нет, ну, знаете, вы тоже, я там, где вы учились, я преподавала. Я тоже начинаю мужу очень издалека, говорить, ой, Лильке вот купили такой красивый, но мне вот она 300 лет в обед не нужна. Я знаю, о чем вы говорите, но даже мои друзья могут сказать, что я не такой человек. Ну хорошо, человек. Хорошо, с молодыми людьми можно говорить не о том, что вы где-то видели. Ну что, рыжие, что ли? Жениха ходить. В старину в Египте рыжеволосых женщин с легкостью, причем отдавали в жертву. Если прикоснуться к рыжим волосам, то твое желание сбудется. Джигурда тоже рыжий. А был какой? Никакой, поверь. Мы официально развелись 1.5 года назад. Он плакал. Это первая гроза напоминает те слова, где смятение и страх.